Здравствуйте, уважаемые рукодельницы. Сегодня вторая часть кардигана. Я уже думала, утеряла этот файл, потому что у меня два телефона, и в одном меню очень непривычное. И в этом меню я вот никак не, пока не привыкну к нему, да. И сегодня, когда увидела, очень обрадовалась, потому что очень часто спрашивают. И мне стыдно ответить, что я потеряла этот файл. Слава богу. Вязала из своей любимой ниточки Лючия. Ниточку использовала в два сложения, плюс еще ниточку с пайетками. Это посмотрите в первой части. Вяжется такой кардиган от воротника в одну сторону и в другую сторону. Потом набираются петелечки, да, и вяжем поворотными рядами. Узор доставит вам огромное удовольствие, потому что в поворотном вязании он вяжется только лицевыми петельками. Можно использовать любую пряжу. И в первой части я рассказываю, сколько набрать на ворот, какой длины отвязать ворот в одну и в другую сторону, на какой размер. То есть там вы легко сориентируетесь. То есть кардиган вяжется на любой размер. Плюс в первой части я рассказывала, каким можно, как изменить можно это изделие. Ссылочка будет вот здесь в подсказке в правом верхнем углу, а также внизу в первом прикрепленном комментарии. Я вам желаю легких петелек, девочки. И самое главное, будьте здоровы. Итак, один рукав у меня готов с полуластовицей, да, который обеспечивает нам хорошее прилегание к телу и меньше заломов, ну, при толстой вот такой вязке, да, меньше заломов, если пряжь туник, то вообще без заломов при сгибе рукава. И также, когда рукав поднимается, то есть не тащит за собой изделие. Полуластовица нужна в изделии. Итак, приступаем ко второму рукаву. Один готов. Я уже пересняла все петли рукава, которые были у нас на вспомогательной нити. Это 99 петель. И по центру подреза у нас было 14 петель. Крайние петли, они у нас здесь направление вязания меняется. То есть мы вязали туда, а теперь мы будем вязать в другую сторону. Поэтому здесь полупетли, они стоят у нас, как сказать, смещенными. Крайние, вот из 14, я просто снимаю со спицы, скидываю, как видите. Здесь никуда она не денется, а вот эту петлю уже оставляю. И с другой стороны крайнюю тоже скидываю полупетлю. И как видите, ну, здесь ничего не распустится, это полупетли, поэтому остается у меня здесь вместо 14 12 петель. Теперь давайте по расчетам. Значит, рукав 99 петель, 12 по центру. Со стороны спинки по азиатскому ростку я подниму, как и в предыдущем рукаве, 6 петель. И с другой стороны одну петелечку. В сумме будет 118 петель. Плотность вязания в 10 сантиметрах 24 петли и 42 ряда. В 1 сантиметре 2,4 петли и 4,2 ряда. Окружность руки моей 31 сантиметр. Плеча я имею в виду, в самом широком месте, да? Плюс 15% добавляю на свободу облегания. 36,65 сантиметра. 36 сантиметров умножаю на плотность свою, на 2,4 петли, получаю 86,4 петли и прибавляю 10% на круговое вязание. Вязка плотная, поэтому еще добавлю 10%. Получается 95,04 петли. Округляю до целого числа 46 петель. Мне нужно после полуластовицы. То есть вот она полуластовица. И вот в этом месте мне нужно, чтобы у меня было 36 сантиметров. По петлям, значит, это 96 петель. Разобрались. Полуластовицу. Сейчас в нулевом ряду мы поднимаем нужное количество петель и маркеры от центра. У меня по центру идет изнаночная петелька всегда. Ну вот в этом изделии, в кардигане, по бокам не было. Всегда я делаю центральную петельку. Здесь из-за узора я не стала ломать узор. А вот в рукаве изнаночная петелька по центру подреза у меня все-таки идет. Здесь я решила ее сделать. Она еще у нас выполняет функцию ложного шва. Вот так как-то вот лучше сидит изделие вообще, когда присутствует ложная вот эта петля.
Итак, далее полуластовица, значит, поднимаю петли и маркеры ставим от центральной изнаночной петельки, которая по центру, на 9 петлях. Сейчас вместе все поставим. Итак, 118 петель, по 2 мы будем делать убавки слева и справа от ложного шва, это получится 116 петель, в третьем ряду 114, в пятом 112 и так далее. И мы с вами дойдем до 21 ряда, будет 96 петель, нужное количество, нужный диаметр вот этот вот, 36 сантиметров. Далее до локтя, я просто примеряю на себя, да, и до локтя я, в принципе, убавок потом не делала, ведь у меня прямой здесь участок. Толстая пряжа, толстая вязка, в смысле, плотный узор, поэтому, чтобы рукав, локоть не оттягивал рукав, да, впоследствии. Хотя пряжа такая, она прям во все стороны тянется. Но, тем не менее, вот в таком изделии я решила сделать убавки вот здесь вот уже. Итак, сейчас мы сначала занимаемся полуластовицей, а далее будем уже рассчитывать остальные виды убавок для рукава, да, для плавного убавления до нужной ширины и так далее. Итак, вот мой рукав, значит. Предыдущий рукав, так как он зеркальный, да, 6 петель, то есть азиатский росток находился с другой стороны, это понятно, да? То есть сейчас я с этой стороны поднимаю 6 петель, где азиатский росток у нас был. У кого-то меньше, поэтому вы смотрите на свои цифры, конечно же. Прикладываем ниточку, никаких узелочков мы вязать не будем. У нас сзади вот здесь вот регланная линия идет, вот как раз в нее потом и спрячутся все ниточки. Спицы беру номер 4,5, теми, которыми вязала все полотно. Итак, просто прикладываем. И вот здесь у меня есть узелы, узелочки вот эти. У меня узелковый край здесь был. Первая петля кромочная, как вы помните, мы ее убираем. Поэтому буду поднимать прям по узелкам. 6 петель надо поднять. 1, 2, 3, 4, 5. Ну, шестую где-нибудь добудем. Вот первый узелок, который встречается. Это у нас здесь узор, да, вот как бы изнаночная петелька и вот такой вот узелочек. Вот куда-нибудь под нее. Подхватили, вытащили. Если неудобно, можно воспользоваться крючочком. Первая петля. Далее. Вторая петля. Третья петля. Четвертая, пятая и шестая где-то здесь. Мне не нравится. Я подхвачу вот этот узелок еще. Не узелок, а перемычка от изнаночной петли. И вот так, наверное, будет лучше. Вот 6 петель я подняла. Хвостик желательно, конечно, побольше оставить. Что-то я... Теперь у нас подрез 12 петель. Подняли 6 петель и ставлю сюда маркер для наглядности. Теперь провязываем, так как мы закончили, когда переснимали петли рукава, мы закончили первый ряд белого, да, поэтому мы с белого и начали. И у нас, по идее, должны быть изнаночные петли. Вот и будем провязывать изнаночные петли. 1, 2, 3, 4. 5 петель, это у меня центр подреза, я сейчас выделю его другим маркером. Вот эта шестая петелька у меня является центральной изнаночной, пока я ее выделю зелеными маркерами, обнесу, так сказать, с двух сторон. И еще провязываем 1, 2, 3, 4, 5 и 6. С подрезом разобрались. Убираю спицу вспомогательную. И теперь вот здесь нужна одна петелька. То есть 6 подняли, 12 петель подреза и одна петелька. Только в зеркальном отображении. Да, я говорила ранее, что это для предыдущего рукава. Здесь, соответственно, зеркально. Но тоже вот я вижу здесь изнаночную вот эту перемычечку. Я ее, пожалуй, подхвачу. И вот как-то так вытянули. Есть одна петля. Теперь все 99 петель провязываю изнаночными петлями по узору, да, у нас положено провязать изнаночными петлями. 1, 2 и так далее. Провязываем самостоятельно 99 петель.
97, 98 и 99. Подтягиваем там, где мы присоединяли ниточку. Вот он наш подрез, да? И здесь, пока ниточка не затянута, вот здесь, чтобы разбега такого не было, можно вот одну петельку вот так поднять и две вместе провязать. Не петельку, а от изнаночной петелечки, да, такой вот. Не знаю, как ее назвать. И провязываем все петельки. Смотрим при этом. Есть дырочка? Нет, все в порядке, да, вот в этом месте. Провязываю до изнаночной петельки, где она планируется. Вяжем изнаночными петельками, да, потому что у нас второй ряд. Итак, довязала до изнаночной петли, та, которая у нас центральная по центру подреза. Я ее зелеными маркерами выделила. Перед изнаночной петелькой я ставлю счетчик рядов. Беру ниточку другого цвета, золотую свою. Тоже так же пока прикладываю, потом уберется она там где-нибудь внутри у нас. Провязываю изнаночную петлю. На счетчике рядов у нас первый ряд. И теперь нужно установить маркеры от изнаночной петли справа и слева на 9 петлях. 2, 4, 6, 8, 9. Ставлю сюда маркер. И справа от изнаночной петли 2, 4, 6. Также ставлю сюда маркер. Мы будем делать полуластовицу. Здесь убавлять с наклоном вправо, а вот здесь будем убавлять с наклоном влево. Хорошенько держим этот хвостик золотой ниточки, пока он у нас не закреплен. И теперь смотрим по узору. Вот здесь я должна провязывать петлю, вот эту, через одну, да, провязываю, 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 провязываю. Значит, после изнаночной петли первую провязываю, следующую переснимаю, ниточка за работой. Третью петлю провязываю, переснимаю, ниточка за работой. Идем по узору, не доходим 2 петли. 2 петли осталось перед маркером, 2 вместе с наклоном вправо. У меня классические петли, поэтому слева направо обе петли подхватываю и провязываю. Маркер перекинули, теперь провязываем весь ряд до следующего маркера, вот так вот, да, до красненького маркера другого. Провязываем по узору. Первую пересняли ниточку за работой и над золотой провязываем. У нас теперь узор будет по кругу, он немножечко будет вязаться по-другому. Здесь есть, появились теперь изнаночные петли, да, при поворотном вязании у нас были одни лицевые, в рукаве по кругу мы вяжем, узор немножко поменяется. Сейчас с вами вместе и разберемся. То есть лицевую петлю провязываю над золотой, то есть, чтобы опять-таки не уйти в шахматном порядке. Заканчиваем первый ряд вместе. Идем по узору, снимаем, перекидываем маркер, и вот здесь 2 петли я переворачиваю левыми стеночками к себе. После маркера надо провязать с наклоном влево, за задней стеночки обе петли провязываю. Теперь смотрим слева, да, от ложного шва, так сказать. У нас вот эта убавочка была провязана, и после нее петелька тоже провязана. Аналогично с этой стороны. Убавочка провязана золотой, и следующую петельку золотой провязываем, чтобы было все зеркально у нас. Следующую пересняли, потом золотая, пересняли нить за работой, золотая, пересняли и провязали. На счетчике ставлю второй ряд. Он у нас без убавок, все четные ряды без убавок. Просто вяжем золотой ниточкой по узору. Одна изнаночная, она у меня пока туго, я ее там немножечко закрепила сейчас, изнаночная. И смотрите, как удобно, я в пакетике держу две свои ниточки, вот две беленьких я держу в пакетике, чтобы они мне не мешались внутри рукава. Так, дальше вяжем по узору. У нас все петельки теперь золотые я должна провязать изнаночными, а беленькую переснимаю, ниточка заработает, так и остается на изнаночной стороне.
провязываю золотую изнаночной петелькой, а беленькую переснимаю. Ниточка заработает, то есть всегда на изнаночной стороне. Вот эти петли как провязать? Хотите изнаночной, я имею в виду вот эту крайнюю, которая у нас полуластовицу делает, да, уголочек. Вот эту крайнюю к маркеру, без разницы, хотите лицевую, хотите изнаночную. Я провязывала лицевую ее. Перекидываем маркер и продолжаем вязать по узору. Беленькую переснимаем, золотую вяжем изнаночной. Переснимаем нить за работой, изнаночной вяжем. И до конца ряда продолжаем вязать самостоятельно. Заканчиваем второй ряд вместе. Идем по узору до маркера, до другого. Первую петельку после маркера я провязываю лицевой. Остальные по узору изнаночные. Перекидываю изнаночные. Второй ряд мы с вами закончили. Как вы заметили, я перекрещиваю нити, делаю через два ряда. Так, теперь у нас третий ряд. Ниточку мы меняем. Два ряда золотой отвязали, теперь меняю ниточку. Я беру свою белую ниточку. Золотую, которую отвязали, кладем вниз. Сверху забираем беленькую. Вытаскиваю свой пакетик. А золотую, наоборот, у меня в другом пакетике, я также положу вовнутрь сейчас. И продолжаем белой ниточкой вязать. Третий ряд у нас также идут убавки. Сначала провязываю изнаночную петельку, это у меня выполняющая функцию ложного шва. Дальше у нас белая ниточка, первый ряд вяжется. Все-все лицевые петли. Третий ряд нам надо сделать убавку. У нас во всех нечетных, в первом, в третьем, в пятом, в седьмом и так далее. Подошли к маркеру. Две золотые вот эти петельки провязываю вместе. С наклоном вправо, соответственно, да. Проходим весь ряд. Третий ряд заканчиваем вместе. Подошли к маркеру с другой стороны. Две золотые петельки я переворачиваю левыми стеночками к себе. И делаю убавку с наклоном влево, да, лицевой петелечкой. Закончили третий ряд. Кучек рядов вставлю на четвертый ряд. И провязываем без убавок. Это четный ряд, да? Все петли изнаночные. Все без исключения. Весь круговой ряд до счетчика рядов. Четвертый ряд заканчиваем вместе. Он у нас был без убавок, да? Перекидываю счетчик рядов, ставлю пятый ряд. Пятый ряд золотая ниточка. То есть меняю цвет нити и продолжаем делать убавочки. Вот сейчас мы провязали 3-4 ряд, 114 петель. Далее золотой нитью будет 112 петель. Смотрим главный узор. Давайте я вначале помогу вам. Перед изнаночной петелькой меняю ниточку на золотую. Белую кладу вниз, сверху беру золотую. У меня в пакетике, как я говорила, очень удобно. И давайте начнем вместе пятый ряд. Изнаночную петельку провязываю. Я туго здесь держу. Далее смотрим по узору. У нас внизу, видите, золотая провязана, значит провязываем золотую. Переснимаем следующую. Провязываем. Переснимаем. Провязываем. Осталось две петельки. Мы должны сделать убавку с наклоном вправо. Две петли слева направо провязываю. Подтягиваю при этом. Далее снова опять смотрим по узору. Одну снимаю, следующую провязываю. Одну снимаю, следующую провязываю. То есть от ложного шва, от изнаночной петельки, смотрю, у нас здесь уже рисунок вырисовывается, да? Ну и здесь соблюдаем тоже узор, чтобы не в шахматном порядке. Я думаю, дальше справитесь самостоятельно. Здесь мы должны две вместе провязать с наклоном влево, как и в первом ряду, все одно и то же. И следим за рисунком. Я к вам чуть позже вернусь, когда уже петель останется мало, вот здесь и здесь. Тогда я к вам поближе вернусь и вместе продолжим. На счетчике 15 ряд, и у нас картина следующая. Белая ниточка. Давайте схему посмотрим. Ну, не схему, а записочки такие. 15 ряд от белой ниточки, золотую я вот помечаю. 13, 17 и 21 последний будет. 15 ряд белая ниточка. Изнаночную петельку, вот эту ложный шов, провязала. И у нас картина, что по 2 петельки осталось. Теперь мы маркер снимаем, провязываю одну петелечку, маркер сниму сейчас. Одну петлю провязала от ложного шва и следующих две вместе с наклоном вправо к шву. Да? Дальше мы вяжем весь
ряд лицевыми петлями. Это первый ряд белой ниточкой, все петли лицевые у нас. 15 ряд заканчиваем вместе. До маркера не дохожу одну петельку, снимаю маркер, одну петельку возвращаю. Надо, чтобы осталось 3 петельки. 2 петли провязываю вместе, мне нужно провязать их с наклоном влево. Перевернула стеночки, провязала, подтянула. И одна петелька до ложного шва. Вообще всегда делаю 2 петельки, чтобы было слева и справа от ложного шва. А потом уже убавка. Ну, здесь на этой пряже вроде как хорошо так получилось. Итак, 16 ряд теперь вяжем далее по узору, то есть все петли изнаночные. В следующем ряду, в 17-м, у нас будет золотая ниточка. Мы также будем провязывать изнаночную петельку, провязываю, одну петлю провязываю, 2 вместе с наклоном вправо, заканчиваем ряд. Вторая, третья петля с краю, 2 вместе с наклоном влево и одну петельку провязываем. Я думаю, справитесь. И в 21 ряду встретимся, дальше продолжим. 21 ряд у нас последний с убавочкой. Далее до 74 ряда включительно, да, мы идем без убавок. В 75 в белом уже ряду будем делать убавочки. То есть у меня они неравномерные убавки, да, то есть я прошла сейчас район локтя. То есть я посмотрела, сколько у меня осталось сантиметров до запястья, да, до манжета. И разделила просто на равные части. У меня получается, что в каждом 8-м ряду я должна делать убавочки. Теперь, как узнать, сколько петель должна быть манжета? Резинка уже по низу у меня есть, поэтому я просто приложила к руке, да, обернула руку и посмотрела, сколько мне нужно петель на резинку. То есть смотрите, у меня на манжету нужно 54 петельки. 54 делю на 3 и полученное число умножаю на 4, получаю 72 петли мне нужно оставить до манжеты. То есть в момент, когда мы подойдем к манжете, мне нужно 72 петелечки. А далее я буду первую, вторую провязываю по узору, это резинка 1 на 1, третью, четвертую провязываю вместе. Вот при таком расчете третья, четвертая петелька провязывается вместе одной петлей. Так, где у нас фокус? Ага. То есть 54 разделила на 3, желаемое число, делю на 3, умножаю на 4, получаю то, что мне нужно оставить. Ну, вместе будем с вами делать манжету, поэтому вернемся еще к этому вопросу. Итак, мне нужно сделать остальные убавки до 72 петель. Давайте 21 ряд закончим. Просто я его пробежала уже. Изнаночную петелечку по центру, когда провязали, неважно, первую пересняли или провязали золотой, как вам нравится. Изнаночную вот в счет не берем, да, первая провязана или переснята, как вам нравится. Третья, четвертая провязывается вместе с наклоном вправо, ну то есть как все предыдущие прибавки. И в конце ряда также 3 петелечки не доходим, 2, вторую, третью провязываем с наклоном влево, да, и одну там по узору, как получается, переснимаем, ну делаем зеркально так же, как и с этой стороны. Я думаю, уже с узором, если вы до этого места дошли, то вы уже узор прекрасно знаете, да. Потом далее, вот значит, я вяжу теперь уже до... У меня сейчас 73 ряд уже. Я теперь вяжу просто узором без убавок. Так, у меня я подошла к 75 ряду. Это всегда будут белые ряды. Теперь в белых рядах буду делать убавочки. Равномерные, как я сказала. И до самой манжеты. До 72 петелек. Давайте я вот так вот сделаю. Может быть, вам можно будет переписать, если нужно. 75 ряд, 83, 91, 99, 107, 115, 123, 131, 139, 147, 155 и 163 последний. Вот в нем мы с вами встретимся. Сейчас 75 ряд. Изнаночную петельку по центру ложный шов я уже провязала. И теперь первую провязываю, третью, четвертую, независимо от того, где стоит золотая петелька, справа или слева, потому что в следующей убавке петли поменяются местами, я имею в виду золотую с белой, поэтому не важно. Не обращаем внимания, какие петли, золотая или белая, провязываем третью и четвертую петельку вместе с наклоном вправо, в сторону ложного шва. Проходим ряд до конца, 75 ряд, в конце ряда оставляю 3 петелечки,
Переворачиваю первых две левыми стеночками к себе, с наклоном влево провязываю за задние стенки. И последнюю петельку провязываю. 76 ряд изнаночная по центру и все изнаночные петли. И провяжем с вами следующий золотой ряд, потому что я подумала, возможно, у кого-то возникнут какие-то проблемы. 77 ряд золотой и все остальные золотые. Как мы их провязываем? Изнаночную по центру, ложный шов провязан у меня. Дальше. Вот какие бы здесь петли ни стояли, я смотрю, вот чуть дальше беру и вижу, вот это у меня золотой провязывается, одну пропускаю, вот это золотой провязывается, значит и вот это золотой. То есть по узору, что называется, провязали, одну переснимаем, следующую провязываем. То есть над золотой петелечкой, да, я думаю, это понятно, просто на всякий случай озвучила, вдруг у кого-то будут трудности. Ну и, соответственно, смотрим, чтобы с обеих сторон у нас было зеркально, да, подход сюда. Но оно так и получится, потому что у нас нечетное количество петель здесь, не считая центральной петелечки. Ну, второй ряд золотой мы знаем, как вязать. Изнаночную по центру и изнаночные золотые петельки изнаночные, беленькие переснимаем, ниточка за работой. Итак, последний 163 ряд сделала 2 убавочки слева и справа, да, от ложного шва. Получается 72 петелечки. И второй ряд белого прошлась изнаночными петлями. Теперь приступаю к резинке. Значит, как я ранее говорила, третью, четвертую петлю буду провязывать вместе. Лицевая, изнаночная, это 2 петли. Третью, четвертую провязываю лицевой. По узору, да, получается, лицевая нужна. Лицевая, изнаночная, лицевая. И теперь 2 вместе, одной изнаночной. И так далее до конца кругового ряда. Давайте еще разочек. Лицевая, изнаночная, 2 вместе лицевой, изнаночная, лицевая, 2 вместе изнаночной петелькой. То есть резинка 1 на 1 получится. И 14 рядов я буду провязывать резинку, в 15 ряду вместе закроем. Итак, я подошла к закрытию. Закрытие у меня самое-самое обычное, примитивное. Сейчас вместе закроем. Значит, я перепробовала все сюда варианты, какие могла там через накид. Сюда не надо, потому что пряжа у нас и так эластичная. Вот сюда, именно конкретно к этой пряже, подошло вот такое обычное закрытие. Мне понравилось оно. Смотрится прилично, также закрывала и низ изделия. Причем низ мне нужен был так, чтобы он не был стянут, чтобы это была просто декоративная там резиночка, выполняющая просто функцию декоративную никакую, то есть не стянута, именно чтобы не стягивала мне низ. И в общем-то она получилась эластичная, самое обычное закрытие. Лицевую провязываем, то есть 14 рядов резинки провязала и 15 ряд закрываю. Лицевую провязала. Следующая изнаночная. Провязала изнаночную, лицевую перекинула через изнаночную. Снова лицевую провязываем лицевую, перекидываем предыдущую петлю. Главное не делать это туго. Изнаночную провязала, а предыдущую лицевую перекидываю. Лицевую провязываю лицевой, перекидываю предыдущую. И так далее. То есть самое обычное закрытие. Мне очень неудобно показывать под камерой, потому что у меня спицы еле-еле влезают сюда. Да, на резинку я взяла спицы, не сказала. Вязала полотно все 4,5. На резинку у меня просто спиц нет 4,5, я взяла четверку. А низ закрывала 4,5, то есть спицы не меняла на резинке, я имею в виду. То есть как вязала полотно 4,5 спицами, так и резинку продолжила вязать. Как видите, но она не стянута, ничего. Закрываем до конца самостоятельно, далее убираем хвостики все и идем изделие стирать. Я обычно стираю с шампунем.